Надежда. Мусор этот кору забирает. Все получается как надо. Тележечка такая, никакой машины не надо. Вот видишь, как нагребает. В коробочке подсушит, протопит. Государство ни во что не обходится эти. Сегодня у нас 11 октября 2023 года, среда. Это тополевая щурки Володя рубит. Там большая уща. Вот они какие щурки. А кора отлетает. Ее отдельно сложили тоже в уши. Подсушиваем и топимся. Вот кого показать. Как не позор, а то пенсионер ничего не может купить на такую пенсию. Ну, живем, слава Христу. Да я на этой тележечке хожу. Так. А это котик из голубя принес сюда в сарай-то его и на обед. Вот как его за это не поругать? Кормят досыта, все на голубины это, видать, лучше. О. Пожалуйста. А это от старого дома ломали тут. Нам тоже досталось. Маленькие. Вот. Ну, доски все такие. Никудышные, но мы люди не гордые. Смиренно все подбираем. И также год прошел. И также вот здесь 30 лет мы уже находимся. Милости Божьей. Вот оно что. Но тут более богатые живут. Он продал. Данелия был. Грузин. Что-то тут ночное было такое. Там по столбам, говорит, бабы голые лазили бы. И вдруг внезапно помер. Я у него был для лагеря, просил все это, ни копейки не дал. И будто хотел расширять пределы. И тут несколько домов там откупить, выгнать, вроде людей, так и... Молва шла, я не ручаюсь. Ну, вполне видишь, как ей платят, или пакости делают, сжигают. И вот такое дело. Прихожу, умер. А теперь, видимо, своих тебе продали, какая-то поликлиника. Вот так. Вот это вот как раз сторона наклонилась туда, вот в ту сторону, вот с этой стороны. Ну, вот сказали, нет, что надо долбить. Фундамента не было. Там не заизменилось все. Ну, пока держится. Сказали, нет ничего у нас. Домкратов нету. Ну, пока терпимо. Я подчинился, раз не надо, то и не надо. Пока. А люди стали говорить, говорить, и объединемся силами своими. Благодарение Богу за доброе слово. Ну, пока терпим. Видно маленько, рамка перекосенная. А эти пенопластом Володя закрыл одна. Окно у меня 4 окна в квартире. А теперь только это. На кухне одно и здесь одно. А второе там уже вон оно. Но тут 3 окна. Тут уже надерживается 3. Ни одно не закрывает. И холодно. И не нужен этот свет совсем. Нам рационально все. Тут калина у нас. Нынче даже собирать не знаю, надо, не надо. О! Это что означает? Означает, что пойду посмотрю. Вот моя ель какая.
дом соседний, как он против меня был, маленький такой. Вот и береза. Береза такая засыхающая, а вот соседа хорошая береза. Видите, какая лихая. Ой, березы, только меня ничего не интересует, а природа больше всего. Это у нас сады такие были, цветники. Это как заходим, тут, думаю, молимся. Это вот большие дома строят, там 23-21 этаж. О. И там большие здания. Красивые Барнаул, все огнями светится. Главное, сейчас скворцов нету. Так.